Вы смотрите видео об отеле Изар. Ссылку на самые выгодные предложения в этот и другие отели от лучших туроператоров вы найдете в описании под этим видео. Не упустите свой шанс отдохнуть красиво и без лишней переплаты. Обращайтесь к нам за подбором и бронированием тура прямо сейчас. Отель Изар расположен в стране Турция в регионе Бодрум и относится к классу гостиниц с числом звезд 4. 30 километров от аэропорта Бодрум, 7 километров от Бодрум, в поселке Торба. Территория гостиницы занимает 20 тысяч квадратных метров. Отель расположен на берегу в местечке Торба, в 30 километрах от аэропорта, в 7 километрах от Бодрума. Состоит из 1/3-этажного основного здания и 12 2-этажных дополнительных зданий. Есть русскоговорящий персонал. Концепция лета 2015. На территории отеля имеется 3 ресторана, 2 а-ля-карт, 3 бара, 1 конференц-зал до 80 персон, 4 бассейна, 1 крытый, 3 открытых, 3 водные горки, 1 теннисный корт с жестким покрытием, услуги врача, прачечная, почтовые услуги, интернет-кафе платно, Wi-Fi в лобби бесплатно, в номерах есть ТВ с российским каналом, кондиционер сплит, мини-бар платно, сейф платно, душ, фен, телефон, керамическое покрытие, балкон или терраса, подключение к интернету платно, детская кровать по запросу. Номерной фонд отеля состоит из: общее количество номеров 176, 70 club rooms, 21 квадратный метр, максимум 3 человек, club buildings, 57 hotel rooms, 26 квадратных метров, максимум 3 человек, 49 family rooms, 32 квадратных метра, 2 комнаты, межкомнатная дверь, 1 ванная комната, максимум 4 человек, club buildings. Среди услуг, предоставляемых в гостинице, есть: не предоставляются или отсутствуют дискотека, вечерние программы, спокойная анимация, дневные развлекательные программы, спокойная анимация. Комментарии: анимационная команда состоит из 8 человек, есть русскоговорящие аниматоры. Крытый бассейн, открытый бассейн, водные горки. Комментарии к бассейну и горкам: 3 открытых бассейна с силупресной водой, без подогрева, площади 350 квадратных метров, 150 квадратных метров, 250 квадратных метров. 1 крытый бассейн с силом пресной водой, без подогрева, площадью 100 квадратных метров. 2 водные горки, без подогрева, работают с 10:00-12:00-14:30-17:00. Спа-центр бесплатно, хамам бесплатно, сауна бесплатно, массаж платно, баскетбол бесплатно, аренда велосипедов платно, бильярд платно, дайвинг платно, мини-футбол бесплатно, виндсерфинг платно, тренажерный зал бесплатно, теннис бесплатно, настольный теннис бесплатно, пляжный волейбол бесплатно, водные виды спорта платно. Комментарии: 1 теннисный корт с твердым покрытием, освещение платно, аренда оборудования по депозит, уроков тенниса нет. Водные виды спорта: водные лыжи, парашют, водный мотоцикл бесплатно, катание на банане бесплатно, каноэ бесплатно, аэробика бесплатно, также бесплатно доступны фитнес-центр, сауна, турецкая баня, теннисный корт, теннисные мячи и ракетки, настольный теннис, дартс, баскетбол, волейбол, аэробика, серфинг с лицензией, каноэ, катамаран, кинозал, развлекательные программы. За дополнительную плату имеется массаж, освещение теннисного корта, бильярд, дайвинг, водные лыжи, парашют. Для детей есть 1 открытый бассейн, 1 водная горка, мини-клуб, возраст 4-12 лет, детское меню, в ресторане детское кресло, развлекательные программы. Полотенце бесплатно, шезлонги бесплатно, матрасы бесплатно, зонтики бесплатно, пирс, понтон, 1 деревянный пирс. Территория пляжа, собственно, песчано-галечный пляж. Длина 80 метров. Комментарии: пляжные полотенца выдаются под депозит примерно $10. Год постройки гостиницы – 1996. Год, когда был сделан последний ремонт – 2010. Ссылку на самые выгодные предложения в этот и другие отели вы найдете в описании под этим видео. Не упустите свой шанс отдохнуть красиво и без лишней переплаты. Обращайтесь к нам за подбором и бронированием тура прямо сейчас.